Так, это наше озеро. А вот и жаба. А вот наша жабка ручная. Я домашняя. Снимаю. Не надо, подожди, я сниму, да, я наведу на нее резкость. Вот она живет у нас, красавица. Сидит. Так, а ну подходи к ней и веточку подожди. Папа, я хочу руку. Что? Я хочу руку. Ну, руку? Она извлекает. Ну, дивись мяч, чтоб туди не полетів. Ти палочкою її. Не надо і палкою бити, ти що? Веточкою маленькою. Вона вже вона удрала. Аккуратно було веточкою її пощекотати. По хоботу. Ну, тікла, да. Ти хотів м'ячом їй. Так, ну что, идем черешню кушать. Мотя, вперед. Так, это наша вишня черешня. Вот она, красавица какая. Раньше нам не надо. Кисловатая. Женя, пойди туда, может, до... До Алёши там здесь сел. Черешню. Так, а тут нет. Хорошо. Так, вот здесь мы прищепили его. Вишню, на вишню черешню, и теперь плоды у нас есть. Так, у нас есть водомерка. Еще одна там где-то есть. Вот она пошла. Так. А это жук-плавун, да? Ага. А сейчас я уже залег, чтобы я поплавал. Не надо, не палка. Подожди, отдельно. Бачка? Отдержи, понял. А ну давай я поет. Ну. Занырнул, не? Не нырнул. Так. Итого у нас есть жаба. Обычно она живет вот там, но сейчас ее нет. Водомерки несколько штук. А что у тебя в организме? Водоросли, вишни. Так, ну и рыба здесь. Ну, рыбу. Ну, надо как-то поймать, попробовать. Может, только тень увидеть можем, если есть. Так что у нас в озере, ну, еще, скорее всего, личинки комара есть и личинки стрекоз. Ну, они где-то там на дне. Вот, водомерочка идет. Вон рыбы пошли, пошли. Да, рыбы. Ну, на это, не того. Не съедобно. Еще пару лет. Они вряд ли порезимуют, а а ты хочешь сказать, карась таки с ладошку упадем в спячку, что ли? Да. Там,
вообще. Ну, вычерпывать не буду. Не, не буду. Водомерочку еще раз. Так, вот они, красавцы. Сейчас я каменной палкой жабу достану. Да, прямо там достанешь. Откуда? Ты здесь не проткни. Да нет, ну. Там нет. И нет, Оксана. Так, ладно. Нет, плавуна. Хочу плавуна жука найти. Так, сейчас мы посмотрим, может, увидим рыбу. Сейчас она пройдет по одной тенью. Ну, оттуда только что-то пришла. Вот. Так, да. Ну, на кораблик было сделать. Парус поставить там. И оно бы это гонял бы ветером. Это мы кинули сюда деревяшку, чтобы лягушка туда запрыгивала. Но что-то она не спешит туда прыгать. Так, смотрим еще, какие насекомые у нас над поверхностью воды. Ну, показываю, тут в темноте было, сейчас светло. Вот. Водомерочка. Что? Водомерочка. А вот жук плавун. Плавун нет, да? Водомерка. А ну потрогай его. Там он плавун. Я. Там он дальше. Ладно. О, не плавал. На дно. Так, он водомерочка. Просто пулька. Опа. А вот рыбачок какой-то сидит. Рыбу ловит. Папа. Папа ради. Папа, хватит издеваться. Так, ну ладно, и я тут, папа. Так, мы с Женей сконструировали корабль. Плот своеобразный. О, какие здоровые плавунища был, бачу. Так, это плот. О, смотри, как дует теперь этот. Ветер дует. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он плывет. Там что-то куда-то. Потому что что-то там. А еще вот паруса. Так, вот сейчас букашка утонула. Ну что? Муравей. Спасибо. Муравей? Понятно. Так, это водомерочка. Значит, ладно, все.